приехали в Камрад-отель, еще один объект смотреть. Ну, в принципе, не один, а достаточно много объектов, которые можно будет купить как за биткоины, так и за реальные денежки. Вот. Дима, Дим, как тебе мероприятие, что происходит? Мероприятие в целом хорошее, народу очень много, к вечеру будет еще больше, к 6 вечера, когда заканчивается вся работа. Вот наш партнер Олег закрывает сделки сегодня, в среднем такие сделки за день в общей массе проходят на 10-20 миллионов долларов. Вот у него сегодня будет, должна быть сделка с русскими ребятами. Да, вот провели на самом деле уже в Дубае пару встреч по недвижимости, нашли хорошие варианты, вот, я бы сказал, прекрасные, и так что имейте в виду. Привет! Это Finance Boutique. Наш канал про инвестиционные возможности, ведение бизнеса и покупки за рубежом. Вас ждет контент только премиум-класса. Всем привет, меня зовут Олег. Я представляю Azizi Developments. Сегодня мы презентуем наш проект, который называется Azizi Riviera, который строится в 5-6 минутах от Дубай Молла, от самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа. Проект, в принципе, строится по вдохновению от настоящей французской ривьеры. Строится прямо на канале. Это будет 69 зданий, несколько отелей. Концепт проекта заключается в том, что каждое здание должно быть как маленький город, в котором будет бассейн для взрослых, бассейн для детей, кинотеатр открытого типа, security обязательно, у каждой квартиры будет свое парковочное место. И, наверное, самое важное, это то, что проект строится как в виде променада, то есть там будет очень красивая такая прогулочная улица прямо на канале и посередине проекта. То есть в проекте будет две главных улицы – бульвар и на канале. Очень важно упомянуть то, что проект строится в 250 метрах от нового молла, который включает в себе четыре очень важных аспекта. В этом молле будет самое высокое резидентское здание в мире. Вот оно там находится, светится синим цветом, если вы видите. В нем будет самая длинная горнолыжная горка в мире закрытого типа. В нем будет самый большой в мире спортзал, который будет включать в себя 40 спорткатегорий. И в нем будут самые большие в мире танцующие фонтаны. Ну и, наверное, последнее, что немаловажно, в молле будет искусственный пляж. И все это находится буквально в 250 метрах от проекта Azizi Riviera. Мейдан Молл. Такое интересное. Интересный макет получается. Самая большая горка будет горнолыжная, больше, чем сейчас в Emirates Mall. И самое большое здание. Оно будет чуть ниже Бурдж-Халифа, но это жилое здание. Такой проект. И как раз Азизи Ривьера, она будет находиться рядом вот с этим вот, с огромным моллом, и то есть, с этим огромным проектом, что, в принципе, придает ей крутости, да. Вот нам сейчас сказали, что завтра сюда королева Англии прилетает, поэтому что нас просят побыстрее, да, все сделать. Вот, но все равно мы это, мы тут все засняли. Вот интересная тема. Короче, мы оказались здесь на быстрее, чем королева Англии.